долгожданное чудо начинает наполнять и сотрудников, и посетителей музея. Сегодня мы открываем обновленную экспозицию Феликса Федоровича Лунина «Сказка четвертого сезона». Пейзажи Витебска, его пригородов, Лужиц, Новоронники, Полоцк. То есть это наши родные, знакомые нам места, но которые художник преподносит отдельными атмосферой чуда и ожидания праздника. Перед тем, как наши посетители пройдут в следующий зал и посмотрят следующую экспозицию под названием «Настроение в подарок», прямо перед входом в зал их встретит вот такая новогодняя фотозона, где можно и сфотографироваться, ну и накануне того, как они получат настроение в подарок, создать себе уже предновогоднее настроение. Большой зал должен подарить нашим посетителям настроение. Потому что вдруг не будет снега, вдруг перед Новым годом погодные условия изменятся, каким-то образом мы должны создать себе новогоднее настроение. И поэтому выставка, которая сегодня открывается в художественном музее, как раз говорит о том, откуда можно получить хорошее настроение, если природа нам не дарит такого подарка. На этой выставке представлены и пейзажи, и натюрморты, и фантастические работы на любой вкус и любой выбор. Хотя эту работу наш детский скульптор Сергей Сопельков сделал уже несколько лет тому назад, тем не менее на этой выставке она оказалась очень хорошей. Можно сказать, что она такая.